Церковь и библиотечные центры сохраняют духовные ценности. И это то, что может быть полем для взаимодействия и соработничества на благо общества. Так решили в Челябинске. Теперь Челябинская епархия будет сотрудничать с областной библиотекой, рассказывают наши коллеги. Челябинская епархия заключила соглашение о сотрудничестве с Челябинской областной библиотекой, более известной как публичная. Соглашение было подписано правящим архиереем и директором библиотеки Натальей Диской. Визит владыки Никодима в областную библиотеку начался с экскурсии. Архипастырю рассказали о богатом книжном фонде и разнообразных направлениях работы. С особенным интересом митрополит Никодим познакомился с работой реставраторов, которые дарят вторую жизнь старинным книгам. Вот, например, вот здесь вот надо подвести, вот эти углы укрепить. И она вот при помощи пара поднимает, и потом подведет уже ткань. Затем состоялось торжественное открытие отдела редкой книги. Теперь он располагается на первом этаже, в помещении, которое раньше занимал отдел краеведения. На церемонию собрались библиофилы и сотрудники библиотеки. Собранию рассказали о том, как формировалась коллекция редких книг. Библию Ивана Федорова показали и митрополиту Никодиму. Священная книга, которая более 400 лет, отлично сохранилась. Она является жемчужиной книжной коллекции областной библиотеки. Мы вместе можем проводить массу различных мероприятий, посвященных книге и дню книги. Рассказать людям о важности книги в быту, в жизни и вообще в истории государства. И, конечно, нам без библиотеки с таким большим количеством мероприятий не справиться. Думаю, что вместе мы действительно можем сделать важное дело. Как церковь, так и библиотека занимаются одним и сохраняем духовные ценности. Вот это общее, что нас объединяет и сближает, поэтому нам просто необходимо работать вместе, потому что сегодня каждому человеку необходимо и читать книги, и думать о самом главном в этой жизни, заботиться о воспитании своих детей. И поэтому я думаю, что те мероприятия, которые мы будем проводить, они будут самые разные по характеру, они будут просто необходимы всем нашим читателям и горожанам, и жителям области. В завершение на третьем этаже в самом большом читальном зале публички состоялась встреча митрополита Никодима с читателями.